Добрый день, с вами Наталья. И в рубрике «Семена с Алиэкспресс. Что выросло?» Дело в том, что 2 года назад, и именно осенью 2017 года, мы в качестве эксперимента заказали некоторые семена на Алиэкспресс китайские. И есть видео, в котором идет обзор всех семян и каких культур конкретно. И задают вопросы. Что выросло из китайских семян? Покажите, пожалуйста. Какое качество семян? Какая схожесть? И вот вчера я вам показывала раз 15-дневную рассаду китайских огурцов. А сегодня решила показать рукколу. Специально я не записывала, просто я посеяла для нас. У меня там маленький огородик на подоконнике. Через время я покажу уже, что как выросло. И решила с вами поделиться. Так выглядит вот эта культура. Покрутим ее со всех сторон. Схожесть отличная. Несмотря на то, что пролежали они 2 года. Вот, чтобы быть более подробным. Вот 17.04 я посеяла. Посеяла я, побрызгала землю пульверизатором, положила семена и накрыла небольшим совсем слоем земли. Сверху одела пластиковую крышечку от этого ведерка. Кому интересно, кто не знает, вот так вот выглядят семена, вот в таком пакетике китайцы нам прислали. Вот такие миленькие семена. И посеяла. Прекрасно они зашли, прекрасная у них схожесть. Потом, когда немножко подрастет, я некоторые экземпляры просто отсажу. И мы будем эту зелень класть в салатик. Или на всевозможные бутербродики. Так что, кому было интересно, что выросло, как растет, какая схожесть, вот на примере рюкколы я вам показала. Потом через время покажу еще некоторые культуры. Итак, дорогие друзья, всего доброго, до новых встреч, пока-пока!